Спасибо. У нас дебют в этом зале. А есть предложение, вот если есть пустующие столики, вот здесь перед сценой занять, потому что у нас будут вопросы, диалог и съемка. Кому удобно, пожалуйста, можно сесть вот поближе. Я лично представился, уже скажу, кто участвует в организации дискуссионного клуба, как это у нас происходит, кто наши сегодняшние гости. Какова наша тема? Некий обязательный ритуал, который мы соблюдаем в кабаре «Бродячая собака», где состоялись встречи с Владимиром Карамурзой. Мы показывали фильм про Немцова. Затем был профессор-экономист из Санкт-Петербурга, из Европейского университета Дмитрий Травин. Вчера, 1 апреля, выступал Игорь Чубайс. И сегодня мы открываем эту площадку. Мои партнеры – Новосибирский открытый университет, гуманитарно-просветительный проект «Открытая Россия», «Бродячая собака». Ну, я надеюсь, еще одним партнером станет «Артпаб» в Академгородке. Академгородок – это то место, которым мы, новосибирцы, гордимся. И помимо того, что создаем площадку для поиска смыслов, для контактов, возможности высказаться людям со самых разных у нас в Новосибирске, мы, конечно, заинтересованы, все, кто причастен к этому проекту, создавать видеоконтент, который будет показан более широкой аудитории. И мы очень рады, когда к нам приезжает серьезный гость, известный человек, и вместе с нашими экспертами местными, в данном случае это из Академгородка, из города, на этой площадке с вашим участием происходит поиск этих смыслов, происходит диалог, и я надеюсь, сегодняшняя встреча послужит решению этой задачи. Итак, у нас в гостях Игорь Борисович Чубайс, философ, человек достаточно известный, приглашаю его занять свое место. Сергей Александрович Красильников, профессор, доктор наук, историк НГУ. Дарс Дмитрий Альбертович, доктор наук, филолог, Институт народного хозяйства. Философ Роман Шамолин. Олег Альбертович, извините. Учредитель и сопредседатель Новосибирского открытого университета. Игорь Борисович. Ну хорошо, садитесь, как удобно. Значит, формат у нас такой. Сначала наш приглашенный гость, в данном случае Чубайс, примерно в течение 20 минут раскроет свое видение темы, которую я со всеми согласовал, пересогласовал, но поскольку у нас не научная дискуссия, она достаточно условна. То есть, наверное, сказать нужно так, что в прошлом, в нашей истории, во многом трагической истории России 20 века и более ранней, мы ищем отражение и поиск решений в сегодняшнем дне и в будущем. Такое зеркало. И вот в это зеркало первым заглянет Игорь Борисович, затем уважаемые его собеседники, оппоненты выскажутся в продолжении этой темы. Затем снова он. Ну, в общем, пройдемся по кругу. По ходу спектакля я буду принимать вопросы в виде записок, если есть такое желание, ближе к концу отреагирую на поднятие рук. Вот «Бродячие собаки» в городе это проходит очень успешно, и в результате рождается примерно то, что мы там ожидаем. Здесь тоже пробуем. Если нет возражений, тогда я Игорь Борисович уже представил достаточно.
передаю микрофон. Можно вот этот, наверное, включить. Включите это вот. Ну, в Академгородке все особенно, еще один. Везде все по-разному получается. Там, Роман, помоги разобрать. Попробуйте. Он работает или нет? Все, есть специальный человек, который на основе. Я вот бывший инженер, между прочим, к студу своему не разобрался. Все, получается, да? Да. Слышно, да? Можно начинать? Да, поехали. Вот когда я смотрел зал, что у нас немного. А вот отсюда вообще не видно, вот такой яркий свет хороший, и такая иллюзия, что все набито вообще, здесь негде, и что народу очень много. Но независимо от количества, я хотел бы, чтобы дискуссия получилась интересной, содержательной, и я попробую ее начать. Вообще я занимаюсь, последние 25 лет я занимаюсь таким направлением, которое называется «Россиеведение», хотя у нас это слово совершенно незнакомо. Оно было в начале века, сам этот термин ввел Дмитрий Иванович Менделеев, и даже в русских гимназиях был такой предмет отечествоведения. Свое россиеведение существует в разных странах, американские студенты изучают American Studies, Австралия изучает Australian Studies, то есть Австралиеведение, в Индии изучают, тут точно то же самое, в арабских странах, а вот у нас я всеми силами пытался, так сказать, вести эту тему, это понятие, мы учебник сделали по отечествоведению, но нам говорят, да нет, зачем это изучать свою страну, это вот основа православной культуры, это гораздо нам ближе, хотя страна конфессиональная, но это я начинаю уходить в сторону. Так вот, россиеведение – это одна из, как бы, мет, одна из характеристик, а другая характеристика, все-таки я должен об этом сказать, вот я делю на социальную науку, на особенно ту социальную науку, которая занимается обществом, которая занимается Россией, но на системную и внесистемную. Вот так же, как у нас есть системная позиция, это ЛДПР, там, «Справедливо Россия» и так далее, хотя не и так далее, еще остается КПРФ, и все. Вот. А есть внесистемная позиция, это те, кто вот 26-го выходили на нашествие, те, кто на площадь Сахарова выходит, на Болотную. Вот социальная наука тоже есть и официальная, которая, в общем-то, как бы вот существует, но я не вижу там ответов на важнейшие вопросы. А есть в ней системная наука, для которой главная проблема, в чем причина русской катастрофы 20 века, что с нами случилось. Но для официальной науки просто нет такого вопроса, никакой катастрофы нет. Но строили 70 лет светлое будущее, а те 25 лет ставим с колен. Вот и все формулировки. Поэтому, поскольку нет вопроса, нет и ответа. А внесистемно таких ученых, исследователей, авторов у нас не очень много, но они есть, конечно. Они были и в советское время. Можно самые громкие имена. Вот для меня такой, конечно, внесистемный историк – это Солженицын, который написал фактически историю ГУЛАГа. Хотя это как бы литературный текст, но это научная форма, научное содержание. И такого типа исследователей существует, которые не вписываются в официальные правила, но существуют и сегодня. Ну а в чем, собственно, это внесистемное? Что такое новое, принципиально новое, можно сказать, о России? Вот попробую сейчас это продемонстрировать на ваше усмотрение, для вашего оппонирования. Ну, первый тезис понимания страны заключается в следующем. Наша история, наша страна, наша государственность – это государство, которое разорвано во времени, которое существует два разных государства. Вот мы хорошо понимаем, что есть там Северная Корея, есть Южная Корея. Народ один, язык один, территория еще недавно была единая, а государство совершенно разное. Вот наша страна до 17-го года и наше государство после 17-го года – это совершенно разные государства. ФРГ и Третий Рейх. И ключевым здесь, вот для того, чтобы это пояснить, я приведу просто чужую цитату из Александра Александровича Солженицына, который писал, что Советский Союз относится с исторической Россией как убийца с убитым. Вот если это не принимать, если считать как официальная история, что наша история непрерывна, и что даже вообще февраль и октябрь – это просто единая великая русская революция и так далее, тогда, на мой взгляд, просто ничего нельзя понять. Просто ни на один ответ не будет вопроса.
того, чтобы как-то подтвердить вот этот тезис о разрыве, я очень коротко это сделаю. Кроме Солженицына, было целый ряд других авторов, которые об этом писали. Как ни странно, никто иной, как Владимир Ильич Ленин в своей работе «Государство и революция», которую он писал накануне Октябрьского путча, он писал, что все предшествующие революционеры совершенствовали старую государственную машину. А задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть, ключевое звено марксизма. Конец цитаты. То есть он выступал за слом русского государства. Собственно, в советских энциклопедиях так и писалось: три заслуги Ленина: создатель партии нового типа, создатель марксистско-ленинской идеологии, создатель нового государства. Но все дело в том, что это новое государство он создал не на Луне, а на территории, где 1000 лет была Россия. Вот ту Россию он убил, а новую пытался создать. Ну, заодно сейчас вспомнил еще одно высказывание совсем другого человека, но чтобы не думали, что такой отрицатель всего, никто иной, как Владимир Путин, полтора года назад, на юбилей Ленина, сказал, что именно Ленин заложил атомную бомбу, фундамент того государства, который он создавал. Рано или поздно эта бомба должна была взорваться и разрушить. Это и произошло в 1991 году. Ну, можно приводить еще много цитат. Не все там все помнят. Там был такой Василий Розанов, русский публицист, который в 1918 году написал: «Над русской историей с скрипом, скрежетом и грохотом опускается железный занавес». Уже Розанов, не Черчилль в 1946 году, причем Черчилль думал, что над территорией железный занавес, а Розанов самую суть. Над историей мы оторваны от корней. Об этом же писали и другие. И чуть-чуть я поясню, поскольку время бежит быстро, а рассказать хочется о многом. Несколько вот уже не цитат, можно еще много приводить цитат, если нужно. Конкретизируя, в чем, собственно, разрыв заключался. Ну, внешние характеристики всякого государства – это его символика. Герб, флаг, гимн, значит, все это было большевиками. Русский флаг, русский гимн был запрещен. Появился советский флаг. Само государственное устройство – была думская монархия, которая переходила к республике. Вместо этого появилась диктатура пролетариата. Само название страны, слово «Россия» исчезло, появился СССР. А разрыв произошел на уровне права. 30 ноября всякое государство, это прежде всего комплекс законов, система законов. 30 ноября 1917 года Ленин заявил, что запретил к употреблению весь корпус российских песц. Вот все то, что 1000 лет формировалось, было запрещено. Причем обращение к русским законам наказывалось конфискацией имущества, а иногда и более жестко, и более сурово. Правовой разрыв, разрыв символики, разрыв госустройства. Всякое государство – это определенные силовые структуры. Значит, большевики по Брестскому миру добились роспуска русской армии, они ее боялись больше, чем Вильгельм. Она для них была опасна. Русская армия в большинстве не разделяла большевизм, она была против большевизма. Вот, то есть они не только распустили русскую армию, а затем стали создавать Красную армию, они еще создали совершенно новую структуру, которой у нас не было. Структура называется ВЧК и существует под другим названием по сей день. Ну вот разрыв на всех этих уровнях произошел. Поэтому для того, чтобы понять то, что произошло, как складывается наша история, с какого момента начался кризис, с прихода Путина, с прихода Горбачева, там, с 20-го съезда. Вот я считаю, что все наши проблемы начались с 25 октября 1917 года, а еще точнее с 18 января 1918 года, когда большевики разогнали избранное народом на самых по тем временам демократических выборах, когда было всеобщее, равное, прямое и тайное голосование. Они вынуждены были это учредительное собрание собрать, они на выборах проиграли, получив меньше четверти голосов, учредительное собрание было разогнано, и с этого момента мы существуем в неправовом государстве, в котором может произойти все, что угодно. Нет законов, они не действуют. А теперь следующий тезис, коротко. Некоторые говорят: ну, разделилась и разорвалась, и хорошо, кому нужна эта лапотная убогая Россия? Убогая Россия, черт знает что, там вообще невежество, отсталость, безграмотность и так далее, и так далее. Можно долго говорить о том, какой была та Россия, я попробую тоже вот коротко это сформулировать. За 1000 лет своей истории, вот с начала 14 века, с 1325 года, когда Иван Калита в Москве пришел и стал княжить, и до 1880 года это фактически было время собирания земель.
из маленького княжества московского, которое на карте никто не видел, мы превратились в самое большое государство планеты, такое же, как Британская империя. Ну, здесь, конечно, особое имя Ивана III, ни в коем случае не Ивана Грозного, который просто придуман нынешней властью для сталинизации русской истории. Единственная функция Ивана Грозного нет на памятнике тысячелетия Руси, который поставил Александр II в Великом Новгороде, потому что его один, единственный русский царь, которого историки и не любили за его жестокость. Правда, его жестокость, опять-таки, все можно уходить в детали, его жестокость несопоставима с тем, что было в советское время. Ему приписывают 3000 убиенных, но это не миллионы. Вот. Короче говоря, не Иван Грозный сыграл большую роль, а Иван III сыграл огромную роль в нашей истории. Ему нет до сих пор ни одного памятника, но он собрал все русские княжества в единое русское государство. Это конец 1505 года, то есть начало 16 века, вот время его действия. Дальше продолжалось расширение. И вот к 1680 году страна исчерпала проект собирания земель и начался переход совершенно в новое состояние, в состояние качественного развития, в состояние обустройства, к которому мы так и не вернулись до сих пор. И в это время, на протяжении трети столетия, Россию называли страной экономического чуда, на Западе писали о русской весне, темпы экономического роста составляли ежегодно 6,75% ВВП, доля России в мировом агроэкспорте 40%, а к 17 году уже половина населения страны была грамотным, а еще в 1908 году Николай II издал указ, по которому вводилось всеобщее бесплатное начальное образование. Успехи были в экономике, вот один Транссиб чего стоит, слушайте, за все советское время, чего, автодорога, между прочим, из Петербурга, или там из Москвы, Владивосток, она так и не была построена за всю советскую историю, только уже постсоветскую, вот пытались участок Чита-Хабаровск достроить, Путин принял это строительство, потом оказалось, что дороги нет. И его второй раз строили, он второй раз вот тогда на оранжевой, по-моему, Ладе проехал, чтобы проверить, что есть ли дорога или она только на бумаге. Вот, то есть огромные дорожные строительства, я уж не говорю о китайско-восточной железной дороге, которую сегодня не вспоминают, она еще дальше, она вела из Балтийского моря, из порта Балтийского моря Петербурга до Желтого моря, до порта Артура незамерзающего. Вот. Потом товарищ Сталин подарил кусок этой дороги. 5 минут у нас еще. Да, вовремя. Вот, то есть... Такой была та Россия. Что же происходит дальше? Дальше происходит 20 век с претензией на мировое лидерство. Этот потенциал признавали и французские исследователи, и немецкие исследователи. Из-за этого, собственно, и началась Первая мировая война 1 августа 2014 года. Потому что Вильгельм прислал сюда экспертов, которые проанализировали, вернулись домой и сказали, что ты... Летин старый, если ты в ближайший год не начнешь войну, то ты вообще никогда не начнешь, потому что Россия становится гигантом, а тебе не по зубам. Вот. Ну, закончу с Первой мировой, закончу с Россией, что же было дальше? После разрыва строилось совершенно другое государство. Государство, которое, повторяю, было нелегитимным. Поэтому история, вот как понимать историю Советского Союза, что мы сегодня можем из этого извлечь? История Советского Союза – это не история съездов и пятилеток. Это история сопротивления нашего народа, которая толком по-настоящему не написана. О каких сопротивлениях, о чем я сейчас коротко расскажу. Я считаю, что было 4 ключевых таких периода, когда народ требовал своего, и когда власть вынуждена была идти навстречу. Ну, когда большевики захватили власть, они провозгласили там военный коммунизм, отменили торговлю и так далее, и так далее. Вот. Гражданская война, естественно, тоже началась, и гражданская война к 20-му году в основном закончилась. Казалось, что большевики победили. Однако в 21-м году проходит 10-й съезд партии, Ленин выбегает на трибуну и начинает кричать, что нам нужно отступление, нам нужен НЭП, мы, в общем, отказываемся от многих наших принципов, будем идти назад. Это произошло, потому что было Кронштадтское восстание и Тамбовское восстание. И он понял, что он не выдерживает. Он кстати, еще летом 18-го года, он, это пишет Солоухин, он принял решение покинуть страну, потому что у него нет сторонников, ни на один слой не мог опереться. И тогда Троцкий и Смердов пришли к нему и сказали, есть вариант, есть выход. Какой?
выход – террор, массовый террор против этого народа. И в том же 18 году Ленин пишет: «Россия завоевана большевиками». Значит, вот первое отступление – это отступление НЭПа. 29-30 год, Сталин говорит о великом переломе, НЭП заканчивается, продолжается строительство социализма. 1941 год, второе отступление. Сталин собирался с Гитлером все разделить, секретный протокол опубликован, договор Молотова-Риббентропа. Вот, казалось бы, все у них нормально, вдруг Гитлер нападает на Сталина, что для Сталина было неожиданно. И после этого нападения Сталин, ну, первой недели, почему он выступил? А давайте... Продолжайте, да, нужно дойти. Просто свечи, когда... До Хрущева хотя бы. Толком не описано, почему Сталин 3 июля выступил, а почему не 22 июня, не 23, не 24. Некоторые, что он был в панике, там не в этом дело. А дело в том, что он через болгарского посла в Москве пытался договориться с Гитлером, сдать ему территории и договориться о сотрудничестве, мире и так далее. Так. То же самое делал Ленин. Как Брестский мир – это сдача немцам. Он же не Антанте, он немцам сдался, Ленин. А Сталин опять попытался это сделать, но к концу июня он понял, что не получается. И до сих пор неизвестно, то ли не удалось связаться, то ли не все документы даже пропадет в историю. Но и тогда Сталин понял, что война неизбежна, 3 июля он выступает. Что после этого? После этого устанавливается русская история. Орден Александра Невского, орден там Суворова и так далее. И так далее. После этого в 44-м, в конце 45-го распускается Коминтерн. После этого Сталин вступает в демократическую антигитлеровскую коалицию демократических стран и так далее. То есть, в общем, русская православная церковь восстанавливается. Она была почти полностью уничтожена. Вот. Удалось ее в последний момент спасти, потому что несколько высших чинов выпустили из лагерей, и началось возрождение РПЦ. Но вот все это отступление из-за внешнего давления, не из-за восстания в стране, а из-за внешнего давления, оно закончилось фактически в 1946 году, когда опять железные занавесы, Запад наш враг. Третье отступление власти – это 1953 год. После смерти Сталина в мае, июне, июле и августе два мощнейших восстания в сталинских лагерях – Воркута и Норильск. Воркутинское восстание, о котором, в принципе, написано, но Солженицын даже об этом не писал в ГУЛАГе, он не знал этого. Вот. Воркутинское восстание, когда 100 тысяч зэков, сначала один лагерь поднялся, потом там они взяли начальника, хотели его расстрелять, он говорит: да, я достоин, но вы расстрелом, но вы учтите, у меня брат в таком же сидит, а я с вами, я вам покажу дорогу на Воркуту, мы освободим всю зону. Они шли на Воркуту, все лагеря были взяты, освобождены, и 100 тысяч заключенных шло на Воркуту. Но там в 20 километрах от города военная авиация их окончательно разбомбила. Это было третье отступление, но Хрущев продолжал либерализацию, понимая, что держать народ, отправлять народ в лагеря невозможно. Будет третье восстание, будет четвертое восстание. Вот. А пятое уже не нужно. И так он, на самом деле, Хрущев, вот любопытные вещи, которые тоже практически нигде не описаны, к 62-му году, почему Хрущева сняли? А к 62-му году Хрущев из такого правоверного коммуниста пришел к другим выводам и понял, что система не работает. Что-то бессмысленно строить строй, который не получается. И ну, после этого в 1964 году его сняли, и начался опять откат назад. И вот это уже третье отступление, а четвертое отступление – это фактически то, что делал Горбачев и Ельцин, причем не было никакого внутреннего давления. Диссиденты были задавлены, уничтожены, посажены, высланы и так далее. А сама система сгнила до основания. И это все понимали. Ни один нормальный человек серьезно не мог верить в какой-то миф про коммунизм. И Горбачев начал свою демократизацию, перестройку. Ельцин это продолжил. Но с уходом Ельцина с 2000 года начался опять откат. И вот мы опять находимся в ситуации, когда внешнее давление, достаточно сильные санкции действуют. Когда внутри система сгнила, деградировал полностью, когда министр, сегодня он министр, а завтра он в тюрьме, сегодня он губернатор, а вечером он, оказывается, коррупционер и так далее. Вот. Но внутреннее давление, внутреннее противодействие не такое мощное, как хотелось бы. И вот из этого я вижу перспективы и путь, что делать дальше. Дадите заканчивать? Да, пожалуйста, пару минут.
Передадим слово Олегу Альбертовичу. Хорошо. Я еще последнее, что еще хочу сказать, прежде чем сделаю выводы. Вот в чем нынешняя система повторяет, постсоветский режим повторяет советский. Как была построена советская власть? Она была построена, в принципе, очень просто. Вот все, кто рождался в нашей стране, все назывались советскими людьми. Не бывало других. Нельзя было выйти и сказать, я не советский. Да, ну, тогда его закрыли. Вот весь советский народ. У советского народа изначально был авангард, коммунистическая партия. В коммунистической партии был свой боевой штаб, центральный комитет. У центрального комитета было свое Ленинское политбюро, а у него выдающийся марксист-ленинский и генеральный секретарь товарищ такой-то. Да? И получалось, что один человек командовал всей системой, командовал каждым гражданином нашей страны. Сегодня нам прямо говорят, вот в последнее время перестали это повторять, было сказано, что построена вертикаль власти. Вертикаль необходима, вертикаль существует. То есть нет плюрализма, нет конкуренции там законодатели, исполнители, там разные партии, ничего этого нет. Есть вертикаль сверху вниз, поэтому вся эта система воспроизведена в другой форме. Ну и действительно уже последние, буквально еще полторы минуты, значит, возникает вопрос, что же делать дальше, какой будет наша страна. Вот после краха Советского Союза возникает вопрос, а кто мы теперь-то? Мы не советские люди, а кто мы? Есть, в общем, четыре варианта ответа. Одни говорят, ну кто мы? Надо опять СССР. Вот нет, СССР это наше все. Пусть уменьшенное, но лучшее, улучшенное издание, исправленное издание СССР. Есть такие. Другие говорят, да что там СССР? СССР, вообще вся Россия это тупик, бессмыслица, это отсталость, это дремучесть. Вот, нужно идти западным путем, нужно гонять Запад. Это, в общем, конечно, такие крайне экстремальные либералы отстаивают именно эту позицию. Есть третий вариант. Третий вариант исходит из того, что вот в нашей истории был разрыв. Что все проблемы начались с разрушения России, поэтому нам нужно провести русский Нюрнберг и дать правовую оценку советчины и продолжить преемство осуществить с российским маршрутом. Нужны новые выборы, учительное собрание. Реально проводится политика, я бы сказал, политика винегрета, когда мы то мы советские, то мы антисоветские, то мы Россия, то мы антироссия, то мы Запад, то мы антизапад. И каждый день вертится и меняется. Это напоминает картину Войновича, когда Иван Чонкин сидит под плакатом, на котором написано «Добро пожаловать немецко-фашистским оккупантам». Вы либо туда, либо сюда. Вот нынешний маршрут, он бессмысленный. Спасибо большое. Вы говорите, что я не успею. Да, вы, как всегда, прекрасны. Пожалуйста, Олег Альбертович. Да, добрый вечер. Ну, видите, у меня одно соображение по тому поводу, которое было сказано, вот если брать сравнение вот это, что разрыв такой резкий, это как убитые и убийцы, да, но тогда я бы сказал, что все-таки убитый очень сильно спровоцировал убийцу на то, чтобы быть убитым. Вот. Потому что если мы возьмем хотя бы вот эту тройку знаменитую Уваровскую, да, православие, самодержавие, народность, то первое, вопрос такой. Сколько было монархистов, допустим, в той же русской армии? Ну, явно, что их было меньшинство. Вот. Там либеральная идея была гораздо сильнее. Демократы, причем там очень интересно себя вели юристы, между прочим, после февральской революции. То есть они продолжали обсуждать либеральнейшие в мире законы, вообще совершенно не соизмеряя это с тем, что происходило в реальности. То есть это было сразу оторвано просто от любой реальности. Естественно, что там нужна была, ну, то есть там неизбежно это вело к какой-то диктатуре. Вот. Если, что касается православия, то тоже здесь проблемы были очень серьезные. Не случайно в это же время проходит, как известно, вот, собор поместный, который восстанавливает патриаршество, потому что было понятно, что в том состоянии, в котором церковь находилась, ну, вот после Петровской реформы 1722 года, вот, по протестантскому образцу было сделано, и, так сказать, в церкви прославляли синод, святейший правительствующий. Вот, то есть ясно что было, что это не пройдет. Вот, ну а народность, в общем, такое не очень понятное на самом деле понятие, которое Уваров-то сам сформулировал по-французски, вот, было «nationalité». Вот, потом перевели на русский как народность, а обратно оказалось, что перевести невозможно, потому что мы это слишком по-своему все понимали.
Вот. Но она как-то здесь не так работала. Поэтому, видите, я абсолютно уверен, что если бы была действительно сложившаяся и достаточно оформившаяся культура, вот, потому что действительно Россия была лидером во многих областях, вот если мы берем культуру, то это, наверное, самое больное из того, что произошло, поскольку вот это было действительно... Что? Серебряный век? Ну да, нет, ну просто. Вот. Но дело в том, что это не было отлито в какие-то вот устойчивые формы. И поэтому это так и разрушилось на самом деле. То есть она, ну, уезжали, но это не сумело противостоять вот тому натиску, который произошел. То есть я считаю, что здесь, на самом деле, если бы эта культура уже вот сложилась так вот, в такие устойчивые формы общежития, как, например, в той же Европе, то это бы не могло произойти, в принципе. Поэтому здесь разрыв этот в каком-то смысле был подготовлен. Но это вот то, что я хотел сказать. Спасибо, Сергей Александрович. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, если мы, как ученые, подходим к той или иной проблеме, то пытаемся посмотреть разные ее грани. И если Игорь Борисович говорит о разрывах, то тогда нужно ставить некую противоположную проблему преемственности. И только тогда, через это понимание сочетания преемственности и разрыва, мы можем говорить и о том, и о другом. Вот для меня, как для историка, в известной мере важны две вещи. Это вот с какого момента мы можем, скажем, рассуждать о реалиях 20 века, ну, то есть некоторая глубина своего рода такой ретроспективы, с одной стороны. И вот для профессиональных историков это временной лаг, когда мы перестаем быть исследователями и не можем, скажем, говорить очень четко о более поздних вещах. Так вот, для меня, как для профессионального историка, скажем, проблематика нашей страны 20 века, естественно, начинается в его реальном измерении, это пореформенная Россия. И для того, чтобы понять 20 век, нужно, естественно, исходить из реальности пореформенной России и дальше двигаться уже к тому самому 20 веку. То есть примерно полвека назад. И, на мой взгляд, профессиональные историки, мы можем реально анализировать ту эпоху, которую можно было бы назвать брежневской. Вот за пределами того, как закончилась брежневская эпоха, все остальное это совсем-совсем новейшее событие, которое скорее удел политологов, социологов, но не профессиональных историков. Так вот, если говорить о том, все-таки существовала ли преемственность для тех, ну скажем, глобальных процессов, которые происходили в нашей стране, я все-таки считаю, что преемственность была. И преемственность, как это ни странно, ее можно было бы нащупывать в том феномене государственности, в том типе государственности, который сложился. И в данном случае большевики ничего не изобретали, они просто усилили то, что можно было называть вертикалью власти и так далее. И они просто довели до определенного предела тот феномен этатизации или огосударствления, который всегда присутствовал в России, и в данном случае большевики здесь никаких разрывов не произвели, они просто довели это до определенного логического конца. Второй момент – это, собственно, само общество или социум. Если мы посмотрим, опять-таки, на то, какими он обладал характеристиками, то пореформенная Россия родила в своем развитие потенциально в таком оптимистическом. Три вне сословные точки роста, которые можно было бы действительно считать прогрессивными. Ну, в данном случае это торгово-предпринимательская группа или, так сказать, условно буржуазия, это интеллигенция, это рабочие, пролетариат. Они четко совершенно формировались как внесословные элементы, и вот они-то и могли быть теми точками роста, которые, возможно, предвещали для России хороший, так сказать, потенциал продвижения вперед. Вот как раз с ними-то и произошли, на мой взгляд, очень значительные метаморфозы там, где это развитие прервалось. А это, в свою очередь, имело обратное последствие. Россия в известной мере в 20 веке так и осталась сословным традиционным обществом. И в свое время вот, меня, можно сказать, затронула
Одна публикация – это Валерий Очкасов, питерский политолог и социолог. Он в 2000 году издал очень симптоматическую такую публикацию под названием «Современное революционное распадающееся общество». И в данном случае он как раз оперирует это тем, что у нас так и не сложилось гражданское общество, а мы по-прежнему скорее в социальном структурном плане и в поведенческом, и в каком угодно мы все-таки воспроизводим вот такое сословное, я бы так сказал, деление. А сословное деление характерно тем, что это права и обязанности по отношению к государству. И государство имеет в этом плане, можно сказать, громадный запас возможностей, чтобы переструктурировать это общество, но на своих, будем так говорить, началах и интересах. И вот эта вот государственная зависимость и сословность, причем отдельные сословия пережили весь 20 век. Я вам только приведу пример со священнослужителями. Они были сословием, они восстановились, регенерировались. Казачество пытается регенерироваться в своем сословном статусе, как военнослужилое и так далее. Вот если посмотреть, на какие страты у нас распространяется закон, так или иначе охраняющий вот эти вот социально-профессиональные группы, у нас есть закон о госслужбе, который дает возможность, скажем, вставить в привилегированное положение тем, кто занимается этим, закон, предположим, который касается военных, силовиков и так далее и тому подобное. Одним словом, здесь можно вполне, я бы так сказал, непротиворечиво показать, что никаким, в общем, в известной мере классовым обществом мы не стали, мы остались своего рода таким сословным, трансформирующимся обществом. И с этой точки зрения 20 век дал вот такую своего рода преемственность. Где еще один, пожалуй, момент, вот о каком разрыве я бы сказал, который действительно имел место, это идентификационный. То есть сейчас очень модно рассуждать относительно того, вот, какие идентификаторы, как они действуют и так далее. В традиционном обществе действуют очень четко два основных идентификатора и подгрузочные к ним. Это этнический и конфессиональный. Ну, в данном случае можно там еще земляческие и так далее. Но обратите внимание, эксперимент советского времени – это попытка переформатировать вот эти базовые идентификаторы и поставить на первое место, я бы так сказал, мировоззренческий, идеологический. Советский народ как новая историческая общность. Мы помним эту замечательную формулу. Так вот, с этой точки зрения как раз сделана была попытка отодвинуть на второй план этнические и конфессиональные компоненты и на первое место выдвинуть такой идеолога мировоззренческий. Вот эта попытка, можно сказать, практически провалилась. И это еще одно из доказательств того, что мы остаемся традиционным, практически структурно-сословным обществом. И в данном случае вот то, что я хотел бы сказать как историк. Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Еще будет возможность высказаться. Роман, пожалуйста, взгляд философа. Вечер добрый. У нас дискуссия, поэтому не соглашаться – наша задача сегодня. Есть в истории, конечно, разрывы между одним и другим уровнем, но я думаю, это не тот случай. Не тот случай между досоветской и советской Россией. Преемственность, мне кажется, достаточно очевидна. Три момента я бы выделил, которые перешли очень плавно, можно сказать, из Московского Великого Княжества в Советский Союз. Это изоляционизм, это бюрократизм и ритуал, ритуальность. Эти три вещи, они характерны как для всего царского и императорского периода до революционного, так, собственно, и для Советского Союза. Но начиная с упомянутого раннего периода государственности, когда иностранцы описывают образ жизни Московской Руси, то, например, что касается изоляционизма, такая забавность. Например, в Москве существует иностранная слобода, жители которой, то есть иностранцы, не рекомендовано им выходить за пределы своей слободы и общаться с местными исключительно, кроме как по торговым нуждам. То есть москвича тщательно оберегают от контакта с таким нечистым, непонятным и каким-то запредельным, искушающим иностранным гостем.
Вообще, тема изоляционизма еще в таком явлении, универсальном для России, проявляется как цензура. Ну, безусловно, главную роль в цензуре играет Русская Православная Церковь в эпоху Московской Руси, где, в принципе, не допускается ничего такого, что не соответствует святоотеческому канону для печати. Затем при Петре Первом вроде бы как начинается тема открытых дверей, открытых окон, прорубленных окон, но она быстро заканчивается и уже при дочке Петра, Елизавете Петровне, в 1743, если не ошибаюсь, году, издается эдикт, указ о том, что запрещается в Россию привозить иностранную литературу, а равно как и переводить иностранные источники на русский язык. Это существует до Екатерины II, но вроде бы как просвещенный век Екатерины, однако два самых громких политических процесса связаны именно с литературой при Екатерине II. Это дело Александра Николаевича Радищева, который, собственно, был за путешествие из Петербурга в Москву приговорен изначально к смертной казни, которую заменили на ссылку на каторгу. И издательство Новикова, который действительно занимался активным просвещением, ну, в итоге Новиков угодил, но не столь далеко, но тоже в места не столь приятные, по-моему, Петропавловскую крепость. Отсидел там не помню сколько лет за свое вольнодумство. Ну а затем совершенно уникальный в плане цензуры указ при Павле I издается, когда представляется, что вводится непременный фильтр цензурный на употребление определенных слов. То есть не все слова можно в принципе употреблять. Ну и вот эти вещи, они, в общем-то, довольно характерны как для Советского Союза, это нам больше уже известно, эти все цензурные дела, так и для императорской России. Ну а то, что большевики переняли от империи, это, собственно, вот этот имперский блеск, это ритуальность, которая, перешла от крестных ходов и чествования императорских особ, она пришла в ноябрьские и майские демонстрации при Советском Союзе, почитание, культ почитаемых героев, вождей, героев коммунистов, героев пионеров, по сути, то же самое, что культ святых в традиционной РПЦ. Ну и тема изоляции, тема закрытости Советского Союза от мира, она воспроизводила ту же самую тему закрытости, которая была и в Московской Руси, и в России после Петровской. Ну, коротко пока так, позже еще можно кое-что добавить. Роман, я понял, что мы пользуемся своим наследством в полной мере. Игорь Борисович? Пожалуйста, можете ответить на все. Да, я хотел бы. На все выпады? Нет. Ну, я уже и в прошлый раз говорил, что на самом деле в идеале, с моей точки зрения, идеала, если будут существовать разные исторические школы, разные концепции России, которые будут соревноваться друг с другом. Вот. Поэтому существование разных точек зрения – это вещь полезная. Но хуже, когда существует беспробудное единство, которое заканчивается просто крахом. Вот. Тем не менее, я, конечно, со многими, с моей точки зрения, ситуация была иной. Поэтому сейчас попробую коротко аргументировать. Значит, вот первый мой оппонент сказал, что убийство было спровоцировано самим убитым. То есть Октябрьский переворот – это как бы результат развития исторической России. Очень коротко. Значит, для меня совершенно несовместимы февраль и октябрь. В чем смысл февральской революции? Смысл февральской революции – переход к демократическому обществу, где, сейчас поясню, что это значит. Смысл октября – это мировая коммунистическая революция, совершенно разные вещи. Вот февраль действительно вытекал из нашей истории, почему и в каком отношении, в каком плане. Дело в том, что вся власть в России, как и в большинстве европейских стран, она легитимировалась через Бога. То есть кто такой император? Император – помазанник Божий. Он принимал эти правила, он следовал им, он отвечал перед Творцом. Ну, кстати, почему Николай II был против созыва Думы?
Но представьте ситуацию, что к вам приходит домой сосед и говорит: слушай, у тебя тут двое детей, да? Давай я парочку твою заберу на месяц и буду их воспитывать. У вас просто волосы дорогутся. Как это? Это ваши дети, вы за это отвечаете. Как император, если мыслить теми категориями, мог передать власть какой-то думе, когда он перед Богом отвечает, а он передает власть. То есть это была власть, высшая фигура был не император, а высшая фигура был Господь Бог. Но все дело в том, что с конца 19 века началась атеизмизация. Это вообще такой исторический вызов, это не результат чьей-то ошибки, там Николая или не знаю кого еще. Да? Это просто история так развивается. Никогда раньше не было атеизма, его не было в человеческой истории. Люди, кстати, это ваш кто-то из ваших историков новосибирских, забыл кто, он показал, что ранние формы религии были еще до Homo sapiens, уже до неандертальца, у них уже были определенные верования. То есть человек всегда верил в какое-то высшее начало. И конец 19 века – это время, когда исчезает Бог. И Достоевский пишет главные фразы, самые цитируемые фразы: «Если Бога нет, все дозволено». И появляются нигилисты, террористы, бомбисты, которые стреляют в императора, в губернатора, родоначальник, это все легитимация через Бога. Так вот, февраль и был ответом России на тот вызов, который был поставлен историей. То есть смысл февраля – это всеобщие, прямые, равные, тайные выборы, учредительное собрание. Власть идет не от Бога, а от граждан. И Николай II не отрекся от престола, строго говоря, он передал власть Михаилу, своему младшему брату. А Михаил сказал, он тоже не отрекается. Он просто будет ждать учительного собрания. Что скажет учительное собрание? Если учительное собрание скажет «да», значит, он будет выполнять обязанности. «Нет», значит, «нет». То есть власть не от Бога, повторяю, а от граждан. Гражданская легитимация. А Октябрьский путч – это вообще никакой легитимации. Это у них про коммунизм, который дал им право творить все, что угодно. Поэтому разрыв в некотором смысле, он был предусмотрен в русской истории, это февраль. И он был заложен в русской истории. А вот октябрь никак из русской истории не вытекал. Понимаете, это Аннушка, которая уже пролила кувшин с маслом, и кто-то должен был попасть у Булгакова под трамвай. Но вообще мы все ходим, и все нормально. Да, но бывают случайности. В данном случае мы уже долго эту тему развивать, почему, откуда и как, но это была не вытекающая из истории причина, и у Ленина никаких корней в русской истории нет. Теперь другая мысль о том, что наоборот преемственность была, и то, что другой оппонент говорил о том, что советская история, советская страна – это то же самое, что фактически, что и историческая Россия. Можно долго рассуждать на эту тему, я приведу, может быть, только две цифры. Ой, не хочется мне вас критиковать, но я знаю такую вещь, что особенность советских людей в том, что их невозможно переубедить. Ну, что бы ты ни говорил, что нет. Ну, а вот здесь советские люди на ваш взгляд? Нет, я не знаю. Я вообще рассчитывал на другую аудиторию. Я не знаю. Я не знаю. Частично. Но я понимаю, что я... Погорячее. Так вот, я просто приведу две цифры, которые, на мой взгляд, вот дают исчерпывающий ответ. Если русская власть была такой же, как советская, то тогда объясните, почему за весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. За 100 лет 41 человек. Приговоров было больше, но они почти всегда отменялись в последний момент и заменялись чем-то другим. А это из книги Эдинбурга, лучшего историка эмиграции, Николая II, вот он там это пишет. А за первые 35 лет строительства светлого будущего, как пишет Солженицын, мы не досчитали 65 миллионов человек. Время вопросов придет, потерпите, можно, можно вот сопоставлять. Это одна и та же страна, или вообще это вообще совершенно другое. Да? Можно по другим параметрам. Но вот это для меня является, в общем-то, исчерпывающим ответом. Если Россия так все это приняла, почему же нет такого города, где бы не было жертв, нет такой семьи, где бы не было. Сейчас мы ехали, мне вот Аркадий показал памятник жертвам местного лагеря. Да, значит, это же всюду было, это было повсеместно. Еще один маленький штрих по поводу того, что было сказано вот вторым оппонентом, о том, что у нас не сложилось гражданское общество, вообще мы как-то все вот такие, да? Слушайте, а как вы хотите, чтобы сложилось гражданское общество, если его не дают складывать? Оно не сложилось.
его не дают складывать. Как только вы начинаете что-то делать, вот я такой же глупый, я много чего делал, но я вот по ассоциации, вот такой же глупый, у меня друзья и, так сказать, близкие по взгляду собираются, и мы обсуждаем теоретические вопросы. Вот очередное заседание, которое было месяца два назад. Приходит полицай, кто здесь ведущий? Да, меня берут за руки, выводят на улицу. Ваши документы, вы кто, место жительства, ваша работа, да? Понимаете? Ну и люди все вышли. Я понял, в вашем клубе, в вас, да, во моем... время... Да, да, да. У нас это, на дверях, не все. У нас сюда не зайдут, нет. Да, я не боюсь. Я, ну какое гражданское общество? Конечно, да, я людей сказал, что ну это извини, но я вот в следующий раз прийти не смогу. Поэтому не мы такие бездарные, нам не дают голову поднять. Как только начинаешь говорить, а, так, все, достаточно, товарищ, все. Вы, наверное, не видели ни одной из программ на первом, втором канале, третьем, где я выступал в полемике, как только открываешь рот, так сразу тебя начинает глушить. Ты нужен просто, чтобы твою физиономию показать, чтобы вот здесь другие точки зрения. А в чем? Ну а зачем вы и Козман ходите туда? Вот что, чего вы добиваетесь? Это уже другой вопрос. Вот это вопрос, да. Но я могу ответить. Вот задать нет, потом, позже, пожалуйста. Хорошо. И последнее. Вот в России всегда был изоляционизм, бюрократизм и так далее, и так далее. Ну, я опять просто назову цифры. Значит, в начале 20 века в России было минимальное количество чиновников в Европе. То есть я все время восхваляю Россию, да, но если говорить менее эмоционально, но Россия принципиально не была там хуже Австро-Венгрии, Франции, Пруссии. Ну, это такая же. Вот СССР это совершенно особая вещь. А это была такая же страна. Но есть цифры. На 1000 жителей в России было чиновников в 4 раза меньше, чем в большинстве европейских стран. У нас как раз была нехватка чиновников, но управление было достаточно эффективным. Вот. Ну, когда вы говорите, да, и может быть последнее по поводу цензуры, тоже все-таки хочу сказать, не буду говорить о других аспектах, но по поводу цензуры. Но вот скажите, Роман, да? Роман, вот давайте у нас неформальная дискуссия. Вот как в России могла быть жуткая, зверская, непомерная цензура, если в России возникла великая мирового уровня литература? Если Салтыков Щедрин, это не какой-то подпольщик, диссидент, да? А это вице-губернатор Риза. Если вообще вся русская литература, как и тогда говорили, литература критического реализма, ее цель была критика системы. Вот было как бы два института. Православие, которое всегда вместе с властью, в этом его задача. И литература, которая всегда критикует. Понимаете, если у Чехова 100 рассказов о несчастной любви, это вовсе не значит, что в России не умели любить. Это значит, что просто литература решала свою задачу. Так как же в условиях цензуры, зажима и так далее можно было описывать все наши проблемы? Хорошо, господа, пройдемся по кругу, да? Никто иной, как Достоевский, «Преступлением и наказанием» и «Бесами» предсказал появление сцены. Спасибо. Просто... Вот как раз филолог тут, поскольку Чехова затронули и Салтыкова. Я бы все-таки вернулся к тому тезису относительно того, что февраль и октябрь – это вот такие разные вещи. Вы знаете, я бы воспользовался аналогией. Была французская революция, да? Тоже она двигалась все время по спирали усиления террора. Так? И дошли, в общем, до бешеных уже, когда там топили баржи с женщинами в сене и так далее. Да? Что? Нет, я имею в виду революцию 789 года, вот это вот, значит, взятие Бастилии и последующие события, то есть, ну, великую революцию. Вот. И вот все-таки она не дошла до конца, то есть вот бешеных все-таки остановили, потом там директория, потом пришел Наполеон, который в известном смысле создал современную Францию, то есть там приняли вот этот вот Кодекс Наполеона, который у нас перевели, и то, что, так сказать, еще Спиранский этим занимался и так далее, да? Вот. То есть не удалось все-таки до конца провести вот это вот, так сказать, вот не дошло до самого края. Так, в России дошло. Ну, то есть пришли те, кто, так сказать, крайне, правильно? То есть вот же что произошло. Значит, это в чем закопано? То есть вот февраль сорвал скрепы, понятно, да? Ну, то есть там вот этот, ну, приказ по армии был... Который, ну и так далее, сейчас мы не будем говорить. Но во всяком случае, это как-то оказалось, что культура не сумела этому противостоять просто.
Вот, то есть те, ну вот, культура ведь отливается в определенных формах устойчиво. Вот, здесь оказалось, что этих форм нет, и противостоять, собственно, оказалось невозможно. Вот проблема какая. И в этом отношении Октябрь, он там, конечно, по идеологии и так далее, это, он другой по сравнению с Февралем, это понятно, да. Но, тем не менее, он был бы невозможен, если бы Февраль его не подготовил. И культура не сумела найти противоядие здесь, которое, скажем, во Франции все-таки нашлось. Спасибо. Да, интересно. Ну, как раз я бы подхватил тот тезис, о котором говорил мой коллега Олег Альбертович. Когда мы говорим о культуре, уровне культурности и так далее, мы, естественно, говорим о субъекте. Это интеллигенция. Так вот, с этой точки зрения, на мой взгляд, действительно с интеллигенцией произошли достаточно, я бы так сказал, трагические вещи. Но и опять же, здесь можно и нужно разбираться, что, как и почему. Вот, предположим, тот же самый Серебряный век и взлет других форм культуры, это ведь порождение действительно деятельности интеллигенции. Но у интеллигенции есть три ипостаси. Вначале это мир профессии, в котором формируются некоторые корпоративные культуры, там, скажем, у юристов, у адвокатов, там, у журналистов и так далее, у врачей, инженеров. И в этом плане все было нормально. Но следующий мир, в который интеллигенция, будем так говорить, себя реализует, это мир общества, когда уже врач, инженер, юрист и так далее, они начинают действовать в рамках того общества, где они живут. И вот этот мир общества, действительно, он давал возможность реализовать те самые горизонтальные связи, о которых мы много говорим, и они, я считаю, что имели шансы на хорошее развитие, самоуправление в городах, земство и так далее. Но третий мир, в который интеллигенция неизбежно вступала, будем так говорить, это мир власти, мир политики. И вот в этом плане наверняка можно сказать, что интеллигенция должна была в этом своем качестве реализовать, можно сказать, может быть, даже свою самую судьбоносную функцию для любой страны, для любого общества. Это рефлексия, это в известной мере оппонирование той системы власти или, так сказать, участие в ней для того, чтобы решить общие громадные проблемы. Вот здесь, на мой взгляд, как раз и возникало то, что называется размычка интеллигенции, профессиональной российской интеллигенции, системой власти, бюрократической, самодержавной, как бы мы ее ни называли. Что произошло в советское время с этими тремя, будем так говорить, мирами, в которых интеллигенция работала или должна была работать? Мир профессий, он остался, но его интеллигенцию замкнули в эти корпоративные миры, где ученые – это одно, юристы – это другое, литератор – третий и так далее. Мир общества, он тоже в известной мере стал формальным, потому что те организации, которые возникали в большом количестве в советское время, это были в известной мере квазиобщественные организации, которые очень жестко властью контролировались. Но главное и основное, в общем-то, от интеллигенции отсекли вот эту функцию рефлексии, которую она должна была себя реализовывать для общества и для власти. И вот с этой точки зрения, наверное, оттепель – это была попытка для интеллигенции вернуть себе эту утраченную функцию. Но еще раз хочу сказать и напомнить вам, что это был кратковременный глоток свободы. А дальше, в общем-то, снова погружение вот в ту самую полицейскую государственность, которая и дошла до, в известной мере, своего самовоспроизводства. Поэтому я тоже, пожалуй, сторонник того, что мы должны в большей степени, учитывая те или иные факторы, которые влияли на нашу жизнь и судьбу, учитывать ситуацию, в которой находилась культура как таковая, как феномен и интеллигенция, как, так сказать, ее неотъемлемая часть. Спасибо. Спасибо. Когда вы сказали про глоток свободы, я сразу вспомнил концерт, точнее, я знаю о том, что был единственный концерт Галича в Академгородке, и Вервович это же знает. Роман, пожалуйста. Что касается цифр, которые вы привели, да, о казненных в 19 столетии 41 человек и миллионах пострадавших при сталинском ГУЛАГе. Если брать
уровень и степень насилия над личностью в сравнительном анализе досоветской, советской России, опять же, я вижу здесь прямую преемственность с учетом такого фактора, который отменился в России, начал отменяться только в 1861 году, крепостное право. То есть 90% населения страны было лично зависимо. Но уже предвижу ваше возражение, я читал ваши статьи, что государственные крестьяне, они не считались крепостными, и также императорские. Ну, здесь есть разные точки зрения. Государственное крепостное право, оно отличалось от помещичьего, но это было крепостное право. И что касается вообще самих гражданских свобод, то в известном соборном уложении 1649 года, когда перечисляются категории жителей России, три категории упомянуты. Это податные люди, купцы, ремесленники, тяговые люди, крестьяне и служилые люди, это дворянство. Собственно говоря, ни о каких гражданах речь не идет. Все жители России сформатированы в своем наименовании по тому отношению, по той службе, которой они должны государству. Ну и, кстати, вот упомянутый уже сегодня император Павел I, он вводит такой тоже забавный дикт о том, что запрещается употребление в отношении россиянина понятия «гражданин». Обязывается говорить «житель». Вот. Но и что касается вот великой, действительно великой русской литературы, здесь, слава Богу, наша страна велика талантами своими, которые прерываются несмотря ни на что. Хотя, если брать сам XIX век, то популярность таких известных нам поэтов и писателей, ну, не буду даже называть огромный список, вся классика русская, она была не столь уж и известна, гораздо большей популярностью, расхожестью пользовались романы таких сейчас совершенно выпавших из нашей памяти литераторов, как господин Загоскин, Фадей Булгарин с их историческими романами. Это была то, что называется популярная литература XIX века, которую знали тогда гораздо больше, чем романы Тургенева или притчи Салтыкова-Щедрина. Спасибо. Спасибо. Завершая второй раунд, Игорь Борисович, вам есть что сказать по услышанному, да? Пожалуйста. Я понимаю, что, еще раз повторю, что могут быть разные видения России, разные подходы. Но мое понимание остается. Сейчас попробую коротко ответить. Но по поводу крепостного права, вот недавно у меня в еженедельнике «Собеседник» вышла статья, они меня попросили написать, я им написал, где объясняют, что такое крепостное право на самом деле. Не советская мифология, а на самом деле. Но очень коротко, буквально, я же не буду все пересказывать. Но крепостных в 1661 году было 28% населения. Целый ряд губерний и территорий, даже Сибирь, вообще никакого крепостного права здесь никогда не было. Американцы избавились от рабства в 1865 году в результате гражданской войны. 65-м. Война севера и юга. Вот. То есть это война была, и северяне победили. Кстати, Россия поддерживала север в этой войне против рабства. Россия была солидарна с севером. Вот. И повторяю, что они отменили рабство на 4 года позже, чем мы, крепостное право. Они же не плачут, что вот у них было рабство, да? То есть у нас забывают, вот я не к вам, это не к вам как бы комментарий. У нас эта тема крепостничества с ними вбивается, на мой взгляд, чтобы забыли про ГУЛАГ, чтобы забыли про голодоморы, забыли про депортации, про сталинщину. У нас крепостное право было. Вот видите, какая беда. Вот. Кроме всего прочего, оно действительно было, само дворянство было закрепощено до указа Екатерины 1685 года. Потому что иначе не поднять такую страну, и крепостные были нужны, потому что это же дворяне, это же офицерский корпус, они вообще не видели своих крестьян, они на коне все время были, они были в походах, но кто-то их должен был содержать, и по тому времени это было вполне разумно, вообще крепостное право и феодализм это синоним, феодализм был всюду в Европе, крепостное право было почти всюду в Европе, то есть не стоит так уж себя за это корить, это не в этом проблема. Теперь культура, вот я в каком-то смысле даже могу сказать, что он же полностью согласен с вами, что культура не остановила террор.
Но это не потому, что у нас культура плохая, потому что террор был такой, что он был сильнее любых человеческих вообще поползновений, акций, активности. Ни один инакомыслящий, вот инако и мыслящий, я два слова эти подчеркиваю, человек не мог в России выжить. Это и Гумилев, и Блок, которого довели до смерти, и Сенин, который теперь уже доказано был убит, и так идет до Василий Макарович Шукшин, которого, как считают люди, Федосеев был убит, а не просто непонятно, почему умер. То здесь нельзя... А что они могли тогда сделать? Вот они не открывали рот, говорили, их убивали. То есть тот террор, который был введен, он оказался таким, вот именно произошел разрыв, потому что большевики перешли на другой язык. И сегодня нет никакого диалога. Вот я неделю назад, я в прошлый раз вспоминал, просто очень откровенно все было. Была передача на канале «Центр» по поводу гражданской войны. Ведущий, и там 6 участников, я 7-й. И как только я открываю рот, я пытаюсь объяснить, что вы все не правы. Казалось бы, ведущий нормально, вы в нормальной стране. Да вот вы, если что-то говорите, что я не знаю, слушайте, скажите, мне интересно, да, что делает ведущий? Он меня глушит. Никакой дискуссии нет. Да, перестаньте. Вы меня вырезают, меня убирают, мне не дают. То есть вот это другой тип общения, где вообще нет диалога, где заранее известно, так же как вертикаль власти. Так же и на Первом канале, куда вы ходите. Конечно, конечно, да. Да. Там не такие ведущие. Вы сказали потом, я могу сейчас. Вот, то есть так же как вертикаль власти построена на том, что он все знает, а мы должны выполнять. Мы его обслуживаем. Вот. Но также и теледискуссия строится, и любая дискуссия, кроме неформальной. Вот это неформальный клуб, а есть формальный. Всякая формальная дискуссия. Поэтому что вы там докажете? А что я могу доказать на тех, хотя я встречаю там в студии ребят с Украины, которые говорят, спасибо вам за то, что вы поддерживаете, за то, что вы нас поддерживаете. Мне одного этого достаточно, чтобы туда пойти, если я заорал на Первом канале «Слава Украине» в прямом эфире. Понимаете, это же услышала вся Украина. Пусть они поперхнутся там все остальные. Я это сказал прямо, но что другое. Потому что даже когда дают 30 секунд, надо уметь... Не, но я вижу смысл определенный, конечно, если это локальная задача. Так, господа, я предлагаю переходить к вопросам из зала. Вот в этом зале при таком освещении мне рук почти не видно. Если кто-то готов, с учетом услышанного... Да, пожалуйста. Я даю микрофон, вы представьтесь, кому вопрос, всем или конкретно кому. Валентин Иванов, физик. Когда мы рассуждаем об истории, о социальных каких-то аспектах, философских и так далее, то всегда мы имеем в виду следующее. Зная, что и как происходило в истории, и зная, чем это закончилось, мы всегда в своем уме держим главный для нас вопрос. И главный вопрос состоит в том, что, зная историю, мы ожидаем от экспертов, от специалистов некоторых оценок того, что происходит с нами сегодня. А именно, что сегодня плохо и как они видят, как бы должно быть, и какие силы могли бы реализовать вот те чаяния народа, которые возникают у него, когда он слушает специалистов по истории, политологии, социологии и так далее. Больше всего нас интересует, как эта история, знание ее, может помочь нам в нашей сегодняшней жизни. Вот это и я бы хотел услышать от каждого из выступавших, если можно. Спасибо. Замечательный вопрос. Вот просто квинтэссенция того, что я ждал от сегодняшнего общения. Пожалуйста. Профессиональному историю. Конечно. Да, спасибо за ваш очень интересный эмоциональный вопрос. Я бы на него ответил следующее. Не нужно ждать от историков функцию вот такого эксперта-прогнозиста. Этого не было, это не будет никогда. Профессиональная история – это ретроспективная наука, которая позволяет проследить, будем так говорить, определенного рода процессы на определенную историческую глубину и дальше уже попытаться суммировать в нем то, что мы называем историческим опытом. Но
При этом нужно сразу сказать, что историк в качестве вот такого ретроспективного эксперта, он всегда может дать то, что мы называем историческую справку. Вот, например, когда разбираются вопросы, связанные с историко-культурным наследием и так далее, здесь очень важна предметная историческая экспертиза. Что где стояло, что как выглядело, так сказать, какие были образцы, каноны и так далее, правила поведения в определенном отрезке времени, это мы в состоянии дать историческую экспертную оценку. И кроме того, если, на мой взгляд, действительно очень коротко ответить на ваш вопрос, мы, скорее всего, можем дать ответ на то, какие были отрицательные моменты, негативный опыт, которого следует избежать в современном нашем нынешнем состоянии. То есть вот этот, вот я бы сказал, негативный контент, те ошибки, преступления, предположим, там, девиации и так далее, которые сопровождали наше прошлое развитие, называйте их как угодно, вот мы можем их обозначить очень четко, может быть, со статистикой и так далее, показать под таким примерно лозунгом: это не должно повториться. Вот в этом случае, я считаю, мы свою функцию выполняем. А все остальное это уже пусть политологи, пусть социологи и так далее, философы, пусть рассуждают на историческом материале. Спасибо. Спасибо. Кто еще ответит? Роман? Да, я соглашусь с Сергеем Александровичем. Отличие науки, любой науки, от идеологии в том, что наука никогда не будет давать простых прямых ответов. И задача науки – это усложнить, наоборот, не подвести к какому-то готовому ответу, который можно просто проглотить. Наоборот, настолько усложнить картину мира, показать какие-то неизвестные еще стороны, непроявленные стороны, чтобы человек начал самостоятельно размышлять о том, какое, по крайней мере, он место в этой исторической реальности занимает. Ну, а что касается таких персональных, личных представлений каждого историка, философа, конечно же, они есть. Ну, в моем случае я не вижу, например, вообще в человеческой истории более достойной формы, в то же время наиболее противоречивой конфликтной формы, чем демократия, которая и в нашей истории проходила через вече, через земские соборы, через все наши реформенные попытки конца 19 века и конца 20 столетия, ну, так или иначе, создать некую перестройку такой нашей традиционной имперской системы. Я думаю, за этим будущее. Спасибо. Отвечу коротко. Значит, сам вопрос, как история помогает, на мой взгляд, совершенно правомерен, и без этого вообще история не нужна. Во всяком случае, вот как россиеведом, могу сказать, что в этом и заключается цель россиеведа. Первое. Второе. Значит, знание истории, на самом деле, прошлого своего, чрезвычайно полезно, не случайно Солженицын свою главную заслугу видел в том, что он помог вступить в память своему народу. Он рассказал о том, что такое ГУЛАГ. А теперь третий просто вывод. Значит, тот анализ, который вот я и сейчас коротко представил, он приводит к выводу, что СССР, пост-СССР – это совершенно искусственное образование. Очень странно, что оно не рухнуло через неделю, через год или через 10. Даже во время войны, как известно, была не только Власовская армия, но была Локотская республика и так далее, и так далее. Вот. То есть эта система обречена. Почему 91 год не закончился успехом, почему нынешняя система после 2000 года возрождается? Была разрушена ком-идеология, миф, по которому все должны были строить светлое будущее, но не была проведена люстрация. То есть те люди, которые все это вытворяли, они и руководили процессом демократизации, они остались в своих креслах, и пока мы не проведем люстрацию новую, мы вот задача на это. Мы не решим свои проблемы. Если у нас будет такая возможность. Потребность. Знаете, я бы вспомнил одно событие, которое вообще для России имело очень важное значение, с моей точки зрения. Это вот вышел в 1909 году сборник «Вехи», известный, да, по которому потом он сразу вышел в нескольких изданиях, там было колоссальное количество отзывов о всей печати и так далее. Но проблема ведь в чем состояла? Фактически они говорили о том, что
ну, допустим, мы преобразуем общество, да, если люди не изменятся при этом, то это общество, ну, оно останется таким же, на самом деле. То есть вот этот вот, я не знаю, алюминиевый дворец из четвертого сна Верпалмы, да, ну, его, кем мы его населим просто? Так, то есть спор ведь шел по этому поводу, что если, так сказать, вот социализм, собственно, строился идея социализма на том, что вот если мы изменим общество, то у нас исчезнут вот те беды, которые сопровождают вот нашу жизнь, да? Вот. А великая русская литература в лице Достоевского, в первую очередь, значит, говорила о том, что, извините, должен человек измениться, в первую очередь. Вот если люди изменятся, то тогда и, собственно говоря, и общество станет другим. Вот об этом идет речь. Значит, почему все партии выступили против ВЕХ, хотя понимали вообще значение? Вот. Там интересно, что, допустим, даже те же, скажем, эсеры, когда выпустили свой сборник антивеховский, так там Чернов написал 3 статьи, 2 под чужими именами, потому что понимал уровень тех, кто спорит, и просто кого угодно не могли, так сказать, там, поместить в этом сборнике. Совершенно, с моей точки зрения, самая плохая статья Милюкова, вообще из всего, что он написал, я к нему очень, в принципе, с большим пиететом отношусь, но вот это как раз совершенно там на 100 страниц статья, совершенно водянистая бессмысленная, потому что он понимал внутренне, он понимал вообще правоту тех людей, которые писали, а там ведь, ну, все, кого потом выслали как раз из России, вот, участвовали в этом сборе. То есть, и в результате, вот я бы какую вещь хотел сказать вот здесь, что у меня в то время я назвал вот одну книжку, которую я выпустил, она «Воля к достоинству». Вот я убежден, что вот у нас каким-то образом все время выбивается вот то, что делает, собственно говоря, выстраивает в человеке достоинство. Потому что он уважает других, он уважает себя как личность. Вот этого вот не было ни на одном этапе российской истории, с моей точки зрения, просто. Вот. Было достоинство профессионалов, вот то, о чем говорил Сергей Александрович. Там были у нас великолепные горные инженеры, там строили замечательные... Извините, не было в обществе в целом. Вот не было, да, потому что... Не было достаточности. Ну, допустим, если взять священников, священников пороли наряду с крестьянами. Но поротый батюшка, понимаете, вот когда он исповедь принимает, как-то очень странно, да. Вот. Потом, когда вот тут о крепостном праве шла речь, ну, я думаю, на самом деле тут я бы считал, что более сложная ситуация и более трагическая. Потому что когда открываешь газету, допустим, и читаешь, там продается вот, девка, там, стольки-то лет, так сказать, крепкая, так сказать, со всеми зубами, еще что-то, это выглядит очень, так сказать, специфично на самом деле. И хотя это там... Не 90%, я думаю, ну, насколько я знаю. А, вот. Но, тем не менее, это, в общем, очень тяжело. И реально какое-то... Ну, ладно, сейчас это немножко в другую сторону идет разговор. Но я считаю, что вот должно начинаться, на самом деле, это вот с того момента, когда люди ощущают собственное достоинство. И вот на этом строится все, на этом строится гражданское общество и так далее. Если этого нет, то не будет ничего. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста, подходите. Я дам свой микрофон. С учетом исторического опыта, а есть ли будущее у опричнины в нашей стране? Сорокина читают у нас. Да, кто готов ответить? Возьмите флажку. Я бы сказал, что опричнины не только нет будущего, нет даже прошлого. Потому что все, что детям в школе обучают из советской и из русской истории, это опричнина и смута. Опричнина продолжалась 7 лет и никогда больше не повторялась. А смута, ну как считать, там, ну 10 лет. Борис Годунов уже правил в начале 17 века, вот, и Шуйский. Поэтому это все, что из русской истории оседает в памяти, крепостное право. Но я могу еще сказать по поводу продающейся девки. Еще обычно говорят, вот девка продается, стоит 15 рублей, а корова 50 рублей. Но не учитывается, что корова-то это корова, от которой будут получать и телок, и молоко, и шкуру, и мясо, и так далее. На самом деле вообще не продавали людей, продавали их труд. Это разные вещи. Поэтому
и крепостные, но это же было всюду в Европе. Нужно подходить всегда исторически, но нельзя с сегодняшних позиций оценивать то, что было 200 лет назад. Понимаете, 30 тысяч лет назад у людей был каннибализм, это была норма жизни. Мы же их не осуждаем, то так вот, это сегодня мы выясняем, где-то там произошел случай каннибализма, это чудовищно. А 30 тысяч лет назад это было распространено. Да. Вот здесь, на мой взгляд, в общем, две вещи. Это как некоторые реальный факт нашей отечественной истории, о котором говорил Игорь Борисович. И второе, это вот символический смысл, который мы вкладываем в этот термин. То есть это, можно сказать, разгул террора от имени государства или прикрываемой, так сказать, вот, легитимной властью. Он периодически действительно случался, и вот преснопамятный 37-38 год – это символы вот того самого разгула террора в отношении общества, которое власть осуществляла, он в 20 веке имел место. И здесь в данном случае вопрос, может ли он повториться в наше время, в наши дни. Я думаю, ничто не может повторяться ровно зеркально, так же, как оно было, предположим, там 80 лет назад, но в какой-то мере использование государством инструментов насилия, которое в данном случае не регулируется даже правовыми вещами, законом, да, это было, есть и будет, ну, в своего рода таких ослабленных формах. Спасибо. По поводу опричнины. Да, вопрос такой очень болезненный. Я думаю, что тенденции к тому, чтобы опричники, которые хотят воплотить некую державную имперскую волю, пробудились к жизни, да, такая тенденция существует. Но при этом остается лишь надеяться, что и у власти в нынешней, и в принципе в обществе хватит довольно-таки, хватит разума, чтобы этого избежать. А энергия вот такая разрушительная и энергия упоения от вот такой державности, мы не так давно ее наблюдали, когда, собственно, с центральных телеканалов с гордостью говорили, что мы единственная держава, которая может превратить USA в радиоактивный пепел. Ну, своего рода тоже формат опричнины. На мой взгляд, все меньше людей остается, которые надеются на то, что этой власти хватит необходимых качеств для того, чтобы избежать очень многих событий в нашей будущей истории. А вот здесь были возражения в самом начале. Вы не хотите задать вопрос, когда Игорь Борисович начинал? Это сложно у меня. Ну, будет вопрос, нет? Нет, вопрос пока не будет. Хорошо. Еще? Можно? Пожалуйста. Можно? Сначала отсюда, потом. На мой взгляд, Игорь Борисович сказал довольно правильную вещь. А? Правильно. Лихоманов Игорь. Значит, когда сказал, что мы смотрим на историю с определенной точки зрения, да? Ну, каждая концепция, каждый взгляд на историю – это взгляд с определенной точки. Это точка зрения, конечно же, идеологическая. Тут никуда не деться. Что касается, значит, вот разрывов, я хочу отослать к Николаю Бердяеву, который в свое время написал, что было несколько России, было 5 России. Была Россия Киевская, была Россия, значит, Монгольская, Московская, Петровская, вот теперь Советская, и, возможно, будет еще постсоветская Россия. Но при этом Бердяев сказал, что у каждой из этих России есть очень резко очерченная социально-культурная физиономия, которая складывается из, значит, традиции прошлого и тех инноваций, которые каждая из этих России вносит. Вот скажите, пожалуйста, Игорь Борисович, а у постсоветской России есть такая четко очерченная социально-культурная физиономия? Вот у России, ну, у Бердяева, к сожалению, это книга «Истоки и смысл русского коммунизма», где он умудрился даже Ленина сравнить с Петром Первым, что ему никто не мог простить. Все-таки он писал ее за рубежом, он был выслан из страны, он не так хорошо понимал российскую реальность. Потом, когда говорит о разных периодах в русской истории, то это русская история, а Советский Союз – это совершенно другое дело.
И в России была русская идея, у меня просто нет возможности об этом говорить, но там все фундаментальные ценности, они сохранялись на протяжении всей тысячи лет. А в Советском Союзе была коммунистическая идея, совершенно другой. Причем она была мифом и ложью, потому что, ну, вот вчера был спор, нам говорили, что православие, христианство многие люди не понимали, что это такое. А скажите, кто знает, что такое социализм? Кто-то может дать простое, ясное определение, что такое социализм? Я, извините, уверен, что никто это не скажет, хотя оно и существует. То есть это совершенно другая страна, совершенно другие правила, совершенно другие нормы. А что касается современной постсоветской страны, ну это продолжение Советского Союза, новый извод советской системы. Здесь власть одного, которая определяет жизнь всей страны. Здесь все подчинено. Здесь даже, я вот вчера это говорил, еще раз повторю, вот в нормальной стране политика есть концентрированное выражение экономики. То, что нужно бизнесу, они говорят, ребят, там в парламенте, в Думе, там все, да, принимайте законы, чтобы мы наш бизнес развивали. А у нас экономика концентрированное выражение политики. То есть то, что нужно политикам, они это навязывают бизнесу. Они требуют от бизнеса, чтобы он делал то, что абсолютно невыгодно, абсолютно не нужно. Перевернуто все это. Игорь Борисович, от меня уточняющий вопрос. А может быть, вот этот один уже по меньшей степени свободы имеет, который принимает все решения в нашей стране? Вам не кажется? Ну, понимаете, какова динамика? Конечно, абсолютно свободный никто не может быть в обществе. Он не может, существует недовольство, протесты и так далее, и так далее. Вопрос в том, здесь всегда в мере, в пропорции. То есть вот существует два типа сильных лидеров. Мне иногда говорят, разве России не нужен сильный руководитель? Очень нужен. Только бывает два типа сильных руководителей. Вот, скажем, Гавел или Валенца, который выполнял волю всех поляков. Поляки чувствовали, что это их, они готовы были его поддерживать в любой момент среди дня и ночи и так далее. А бывает сильный руководитель, который всех подмял под себя, и спецслужбы, и армию, и полицию, и творческую университет, всех. Он тоже очень сильный. Так вот, нам нужен сильный лидер, но сильный лидер типа Валенца, а не типа диктатора. И нынешний руководитель, он, конечно, не может все сделать, как он хочет. Вот это и зависит от того, как, насколько активно, как может вырваться, проявить себя, прорваться гражданское общество. Вот от этого зависит. Я думаю, что события прошлого воскресенья, они очень сильно поменяли расстановку сил. И вот проблема выборов, на мой взгляд, просто совершенно стала шокирующей для власти. Потому что, я закончу. Что? Вопрос был именно вам. Да, поэтому... да. Вот смотрите, когда фактически нам объявили, что выборы будут президента, хотя не назвали дату, мне хотели сказать, давайте вот в день, вопреки закону о выборах, давайте сделаем в день, когда Крым вошел в состав России. И молчат, и ждут. Потому что никто не знает, какое будет общественное мнение через год. Может, через год ему скажут, вы знаете, за ваши санкции, которые вы лично добились, вот мы с этого вот по горло всеми этими санкциями, давайте развязывать эту проблему. То есть, может быть, Крым будет не плюсом, а минусом. Но, тем не менее, что происходило вот эти недели? Выпустили Дадина, выпустили ряд других людей известных, чьи фамилии были на слуху. И нам как бы показали, да, будут выборы, вот видите, мы не держим никого там понаправо. Мы освободили людей. А тут проходит 26-го такое шествие, после которого 1000 человек бросили в полицию, да? И что ему теперь? Если он будет либерализировать ситуацию, тогда выборы не пройдут. Игорь Борисович, этого события на телеканалах не было. И, возможно, часть нашей аудитории не понимает, в какой степени значимое событие произошло 26 марта. Или я ошибаюсь? Это же и у вас было? Ну, с точки зрения, у нас было все мирно и санкционировано. Нет, в Москве примерно 30 тысяч человек. Причем это был неразрешенный митинг официально. Хотя Навальный заявил, что по закону он разрешенный. Вот. И самое неожиданное было на этом митинге, то есть это люди вышли против коррупции. Люди вышли, просмотрев фильм «Он нам не Димон», где у председателя правительства там, черт его знает, сколько имени, там виноградников, я его даже до конца не смотрел. Ну, мы не будем. Был и так понятен. Вот. Аркадий, у меня вопрос к Игорю Борисовичу. Хорошо, но по очереди. Сначала я обещал вам. И вышли школьники и студенты, очень совершенно не ожидается. Сейчас митинг проходит. Добрый вечер всем. У меня вопрос лично к Игорю Борисовичу. Вот, я бы хотел на самом деле вернуться к началу дискуссии, где меня зовут Иван,
и где вы говорили про такую как бы, ну, попытку институализации такой дисциплины под названием отечествоведение. И, собственно, вопрос заключается в том, что из дискуссии пока было ясно только о том, что признаются в истории огромные разрывы, пытаются дать попытку каких-то правильных вопросов, задать какие-то правильные вопросы и дать какую-то адекватную рефлексию, ну и как минимум попытаться это сшить. Да? И вопрос-то заключается в том, а в чем, собственно, специфика? Неужели, собственно, системная политология, социология, история этим не занимается, не задает эти правильные вопросы, не пытается провести адекватную рефлексию? Какова, вот, собственно, вот ваши специфические основания, вот эта самая позиция, и, собственно говоря, вот на чем вы основываетесь, и почему это вот достойно институализации? В чем, как вот эта специфика? Да, спасибо, отвечу коротко. Я, наверное, вам книжку подарю, если вы захотите, тут есть определение понятия «россиеведение». Вот. А вообще «россиеведение» — это не только история. Мне часто говорят, что придумал «россиеведение», хотя не я придумал. Есть же история, тебе что, мало что ли? Но «россиеведение» — это синтез всех наук, изучающих Россию. Это и экономика, это и статистика, это и этнография, и демография, и право, и так далее. И так. Вот все, что изучала Россия, собрать вместе. Знаете, вот когда-то это здание не было построено, но где-то лежал там на складе брус, освещение, там провода, цемент и так далее. Вот все, что нужно для этого здания, уже было готово. Но когда вот все это собрали вместе, то появился не склад, а появилось здание. Вот так и собрать разные дисциплины, изучающие Россию, вы получите совсем другую картину, новую картину. Вот. А новое, если говорить обо мне, только, да, и существует метод, но это уже более детальный разговор, своеобразный метод изучения, не просто собрать вместе, а определенным методом это изучать. Ну, может быть, достаточно. Спасибо. Костя обычно с автографом дарит книгу, это, мне кажется, претендент на лучший вопрос. Роман, будет вопрос, пожалуйста? Да, и по поводу вашей реплики о «россиеведении» сейчас. Есть такая возможность, да, что если мы вот действительно выделяем Россию как нечто совершенно особенное, не похожее ни на что из мировых политологических, исторических прочих процессов, получается какая-то музейная редкость, какой-то археологический или этнографический экспонат, чего не хотелось бы делать. Но вопрос к вам, собственно, вот на основании вашей вчерашней речи на дискуссии о русской идее. Прозвучало фамилию уважаемого мной Николая Бердяева и его знаменитая работа «Русская идея». Вчера вы, мне кажется, когда говорили о русской идее, то воспроизвели нечто наподобие у арабской знаменитой Троицы. Или я ошибаюсь? Поясните, пожалуйста, русская идея, что это? Значит, во-первых, я поясню первую вашу половину высказывания. Подход к России по принципу исключительности, он совершенно неприемлем. Об этом речь не идет. Россия специфична, или как в России когда-то говорили, наша самобытность. Это не значит, что мы всех считаем не людьми, а мы люди. Ничего подобного. И критики часто и представляют позицию россиеведа как странного человека, который считает, что кругом не государство, а вот Россия что-то да не исключительное, а специфичное. И каждое государство, пока оно существует, каждый народ, пока он существует, он чем-то отличается от других, иначе он просто сольется и будет незаметен. Вот, это первое. Второе, значит, по поводу русской идеи. Ну, может быть, я начну, как она возникла, и тогда многое может проясниться, не знаю. Значит, вот на протяжении люди с тех пор, как возникли люди, гомо сапиенсы, да, они всегда существовали в сообществах. Эти сообщества – это роды и племена. Роды и племена существовали и примерно у нас 1000 лет, ну, в Египте 5000 лет назад, в России – примерно 1000 лет назад, 1200 лет назад, вот эти роды и племена стали переплетаться. У каждого рода свой герб, свое тату, свои боги, там, своя символика, которая сохраняла целостность рода. Но русские возникли в результате слияния 14 разных племен. Древляне, северяне, вячи, кривичи, драговичи и так далее, так далее. Так вот, те ценности, которые переплавили вот эти 14 разных племен, а в других случаях там другие племена, другие. Те ценности, которые наших предков переплавили и интегрировали в единый народ, в русский народ, в российский народ, это тоже большой вопрос. Вот это и есть русская идея, это и есть те правила, которые не выше и не ниже, а специфичны, которые отличают нас от других.
А конец 19 века – это как раз время, когда русская идея попала в полосу кризиса. Когда все три начала, на которых формировалась Россия, переставали работать. Православие – кризис, собирание земель – исчерпано, кризис. Общинный коллективизм – Столыпинская реформа – исчерпано. Вот отсюда те потрясения, которые происходили в начале 20 века. Я уже не мог об этом говорить подробнее, но только понимая вот этот фундамент, можно понять, что произошло в 20 веке. Не случайно. То есть три основания русской идеи – это православие, общинность и собирание земель. Я правильно понял вас? Спасибо. Кто-то хочет дополнить на сцене? Нет. А в зале есть вопросы? Или комментарии? Пожалуйста. Я не вижу. Подходить нужно. Эрлан? Эрлан. Да, это он. Эрлан Байжанов, журналист. Я, собственно говоря, одно нам уточнение, Игорь Борисович, то, что не совсем, единственный разрыв, который был, это разрыв в 2017 году, потому что самый глобальный разрыв, Сергей Александрович, например, поправит, либо Олег Аркадьевич, это был при Петре Первом, когда, по сути дела, поменялось государство целиком, изменился язык, летоисчисление и так далее и тому подобное. Но не будем, собственно говоря, на этом останавливаться. У русской интеллигенции, как правило, есть два вопроса. Это кто виноват и что делать? Как правило, собственно говоря, все становились на первой части. Кто виноват? По большому счету, вот все обсуждение, которое сейчас идет, это, по сути дела, первый вопрос. Кто виноват? На вопрос, что делать, здесь кроме призыва, упоминания иллюстрации, не было каких-то других действий. Да? Как вы сами, Игорь Борисович, понимаете, если иллюстрация будет проведена, то она отчасти коснется и вашей семьи. Допустим, не Игоря Борисовича, а Анатолия Борисовича. Я уже давно коснулся моей семьи, мы не общаемся. Да, я понимаю это. Я говорю, хотел бы предложить, вам не кажется, для того, чтобы Россия более-менее динамично развивалась, нам нужно взять за образец испанский вариант? Допустим, в 30-е годы была война в Испании, и до сих пор, запрещено публично, официальным лицам, высказывать свою позицию, кто прав, кто не прав. Благодаря этому, собственно говоря, Испания, наверное, сделала какой-то качественный экономический скачок. Ко всем этим уважаемым спикерам вопрос. Может быть, нам взять за образец, собственно говоря, испанский вариант, забыть про то, что мы не то чтобы забыть, а просто не обсуждать, не искать, кто виноват, а просто найти ответ на другой вопрос. А что делать? Спасибо. Я сейчас скажу, что никто не призывал к иллюстрации. Иллюстрация – это некий инструмент. Это... Да, и просто историки, аналитики, я много общался с людьми, которые пытаются понять, что же было не так, спрашивают физика об этом. И это как вариант. Иллюстрации могут быть разными, они могут быть точечными, они могут быть системными. Это целая проблематика, которая, в общем, сейчас не на первом месте стоит, я прошу это понимать. Значит, Игорь Борисович, вы отвечаете, а потом мы, наверное, завершающий круг сделаем, да, резюме такое. Хорошо? Значит, два слова по поводу Петра Первого. Я совершенно не согласен, что при Петре произошел разрыв, потому что это все нужно пояснять. Я этим занимаюсь 25 лет, трудно за 20 минут все объяснить. Но если мы уже было сказано, что русская идея православия, собирание земель, общинный коллективизм, то при Петре православие осталось или нет? Он закладывал новые храмы, новые соборы. Он этим и занимался. Собирание земель. Он присоединил Северный и Западный Каспий. Он присоединил Балтику и построил новую столицу. И общинный коллективизм был и оставался. Другое дело, что внутри вот этой троицы он поменял место православия. Если до Петра смысл жизни заключался в том, чтобы служить Богу, то после Петра смысл жизни заключался в том, чтобы служить державе. Но Петр не запрещал храмы и церкви. Это большевики взорвали и уничтожили. Поэтому при Петре это был резкий рывок, это был радикальный прорыв, но по сути это были реформы. Он не рвал с русской истории, он ее вытаскивал на новый уровень. Люди в СССР сейчас, подождите, нельзя ли помирить советское и несоветское, русское, российское и так далее, и так далее. Значит, во-первых, я хочу уточнить, что у меня лично нет никаких претензий к моим ровесникам, к людям моложе и старше, которые жили в Советском Союзе. А что, рабочие не работали? А что, у нас врачи не лечили? А учителя не учили? У меня претензии к системе. Вот эта система абсолютно
чудовищно враждебна, она разрушительна для моей страны. Я считаю, что эта система является невменяемой. И чтобы это пояснить, я приведу такие, ну, какие-то упрощенные, так сказать, модели. Понимаете, вот есть вещи, которые сочетаемы в природе, а есть вещи, которые несочетаемы. Вот можно, не знаю, там собрать и сделать какую-то там, не знаю, спортивную команду. Вот из присутствующих, я не знаю, или команду шахматистов. Но нельзя собирать людей из психбольницы и людей здоровых. Это беда, если человек болеет, да? Но здесь такой водораздел, который или человека больного с температурой, человека здорового. Это разные вещи, несовместимые. Вот СССР – это вне нормы. Это совершенно неадекватная система, из которой… Ну, можно вот что-то из фашизма брать хорошее, да? Ну вот в Калининграде дороги хорошие, вот там много раз, да. Но все-таки система – это абсолютно неприемлемо. И здесь ситуация, как это ни грустно, дело не в людях, а дело в оценке системы. Вот эта система нам совершенно не нужна. Да, вопрос можно, пожалуйста, время нам позволяет еще. Пожалуйста, вот микрофончик возьмите. Мой можно. Добрый вечер, Яна Дурская. Значит, советские люди больные, я правильно вас поняла? Система советская, не понял. Советская система, хорошо. Но дело в том, что на сегодняшний день вся эта система и с серпами, с молотами, со свастиками, она живет среди нас. Ходят молодые люди в футболках со свастиками советскими. Регулярно мы отмечаем 7 ноября у нас на крыльце Дома культуры с красными флагами. Ну, далеко ходить не надо, мы с мэр, коммунист, ну и так далее. А система-то больная, да? Я правильно вас поняла? Да, абсолютно правильно. Только она никуда не делась, то есть она существует. Вопрос, система. Вопрос. То есть эта система, она существует. Ничего не поменялось вообще после 91-го года. По сути, нет. Ну вот, я просто это хотела озвучить людям, которые считают, что они живут в какой-то непонятной стране, у нас какая-то непонятная демократия. Вообще, что происходит, ребята, объясните? А ничего не происходит, все как было. Мы и живем при этой системе. Просто она какая-то такая, мимикрирована. Спасибо, спасибо. Сейчас ответим. Насколько я понял, это вот руководитель школы телевидения, где готовят журналистов, правильно? Да. А вы ответите? Да, нет. Я не увидел вопроса. Фактически пояснение моей мысли. В этом было возражение. Если согласиться с тем, а я согласен с тем, что мы в значительной степени остались. В СССР это как бы новый извод старой системы. Потому что главным в старой системе было вовсе не то, что написано Советский Союз, коммунизм, там пролетарии всех стран. Главное в той системе было в том, что власть находилась в руках номенклатуры, в руках чиновников, которые решали, вот здесь говорили о отмирании сословия, я не стал это комментировать. Большевики поддержали идею отказа от сословий, всеобщего равенства, только на самом деле они тайно создали другое сословие, которое было на совершенно особом положении. Это сословие номенклатура, партгосаппарат, который жил по другим законам. Товарищ Жданов в блокадном Ленинграде лечился, как известно, от ожирения, а 1,5 миллиона человек умерло самой страшной на свете смертью, голодной смертью. Вот они жили в одном мире, мы в другом. Сегодня в значительной степени эта система воспроизведена. И именно поэтому мы находимся под санкциями, именно поэтому у нас нет ни одного друга в мире, именно поэтому наша экономика в провале, именно поэтому мы в очередной раз влезли в экономический кризис и так далее, и так далее. Если я не прав, в чем успехи, скажите, развалена система образования, развалена здравоохранение, Крым стоит 3 миллиарда долларов в год дотации, это половина бюджета Минздрава и так далее. Вот в этом и беда, в этом и проблема, она была и осталась. Спасибо. Если никто не настаивает, еще вопрос. Ну давайте последний, пожалуйста. И мы завершающий круг сделаем. Добрый вечер, моя фамилия Чубаров, я местный. Вопрос вот какой. В основном речь шла о неких социальных структурах, характерных для разных периодов развития страны, и о динамике этих структур. Но эти структуры, они наполнены людьми. И вот мне бы хотелось спросить вас, что вы думаете о состоянии умов нынче и о том, что можно сделать для того, чтобы это состояние умов способствовало совершенствованию структур, о которых шла речь. То есть, учитывая вот страшные этапы
выкашивание лучших людей, пароходы, репрессии, война и так далее. Спасибо. Кому вопрос? Ко всем. Всем. Ну тогда я и передаю. Олег Альбертович, давайте начнем с края, пройдем, Роман, а завершит тогда наш гость, хорошо? Можно так, емко, резюмируя? Да. В свое время Джавахарлал Неру сказал очень хорошую фразу, мне очень нравится. Это то, что нельзя равнять лес, вырубая одни высокие деревья. Вот. Я убежден в одном. На самом деле для меня самым трагическим вот, в современных обстоятельствах является то, что происходит с нашим образованием. Вот. Я его знаю довольно хорошо, так сказать, в разных ипостасях. Вот. Дело в том, что, ну, например, вот я просто один аспект бы взял. Допустим, все-таки в советское время преподавали великую русскую литературу. Ну, там с некоторыми девиациями, там, ну, даже Достоевского где-то вернули уже в 60-е годы. Вот. Но дело в том, что она задавала, и Пушкин, кстати, которого так торжественно праздновали вот, в 37-м году, вот его, значит, с предисловием Косарева было такое замечательное издание, вот, тогдашнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Значит, и вот она задавала другую систему ценностей, вот это русская литература. И это было очень важно, что она была. Вот сейчас, поскольку читается не произведение великих русских писателей, а краткие изложения по интернету, это я могу просто, ну, доказать это очень хорошо. То есть, может быть, есть исключения какие-то, но в массовом, так сказать, порядке не читаются даже вот классические произведения, типа «Преступление и наказание», которые входят, ну, я уж не говорю про «Войну и мир». Когда я студентов спрашиваю, кто из вас прочитал вот это от начала до конца, то, как правило, они говорят, да вы что, мы с ума сошли, что вы такие длинные тексты читаете. Студенты-филологи? Нет, это разные студенты, там, экономисты и так далее. Но филологи тоже далеко не все это читают, кстати, по моим наблюдениям. Вот. Но я к тому, что это задавалась другая система ценностей, которая позволяла человеку хотя бы как-то рефлектировать по поводу того, что происходит. Вот. Сейчас это исчезает. И вот это, с моей точки зрения, это очень страшно на самом деле. Я убежден, что здесь, на самом, ну, хотя я знаю, что у нас медицина на 140-м месте в мире, образование на 40-м, то есть, так сказать, как бы оно гораздо лучше, но тем не менее, я думаю, что начинать нужно вот здесь. Тогда что-то есть. Спасибо, Сергей Александрович. Я бы дополнил, опять-таки так получается, что мы не только рядом сидим с Олегом Альбертовичем, но и в известном мире единомышленники. Я бы продолжил вот то, о чем он говорил, но уже на предмете истории. Та история, которую ориентируют как государственный стандарт для преподавания в школе, ну а завтра это будет и в вузах. Так вот, в сущности говоря, история, она в этом варианте остается история государства, государственно-центричной, а не социоцентричной. Она, так сказать, в меньшей степени отражает то, что происходило в процессе динамики, вот ваш вопрос, с людьми, с общностями. И, собственно говоря, она очень мало персонализирована в этом смысле. Мы очень плохо знаем и изучаем историю, то, что называется повседневность, ментальность, как жили люди в различные эпохи, даже и близкие к нам. Даже сталинская эпоха, она и то уже цензурируется. И история по-прежнему преподается как история государства, а не история общества или народа. Вот, мне кажется, если мы не изменим этот вектор и не попытаемся в большей степени говорить именно об этих вещах, а не только о величии государства и его побед, от одной победы к другой, то мы, собственно говоря, будем оставаться теми, кем мы есть. И последняя моя ремарка, вот величие. Ну, может быть, это отчасти перекликается с тем, о чем говорил Игорь Борисович, самобытность. Вот почему-то действительно мы очень часто делаем акцент именно на величие нашей страны, на ее, так сказать, самобытность и так далее и тому подобное. Но очень часто мы забываем, что гораздо больших, возможно, результатов исторических добиваются те страны, в которых нормой является ориентирование на человека и на его, так сказать, жизнь, на его мировоззрение, существование и так далее. Вот я бы хотел, чтобы в нашем историческом образовании было бы больше ориентировано
то, что мы называем нормой человеческой жизни, которая действительно дает импульс к развитию, а не просто чем-то обязательно гордиться и только этим и отличаться от других народов. Я за нормальную, за норму. Спасибо. Роман Шамолин. И завершать будет Игорь Борисович Чубайс. Да, здесь уважаемый Ерлан задавал вопрос, акцентировал классический русский и российский вопрос, что делать. Ну и как вариант, там, не подражать ли нам какой-либо другой истории, там, испанской, неважно какой. Полагаю, что это самая вредоносная установка для российского менталитета, это искать какой-то образец для подражания, наподобие того, как советского школьника пытали: на кого ты хочешь быть мальчик, похожим на Юрия Гагарина или Зою Космодемьянскую, отвечая на Павлика Морозова. Или да. Я полагаю, что вот тема русской идеи, возвращаясь к этой теме, у того же Николая Бердяева, ведь рассматривается она не в контексте каких-то религиозных, общинных и прочих форматов, которые активировалась так или иначе государством, империей. Бердяев говорит о критическом мышлении. Он начинает свою историю о русской идее с Петра Яковлевича Чаадаева и заканчивает теми же самыми вехами, которые сегодня упоминались. И ответ, вот, что делать, если такой вопрос такой если задавать, то воспринимать все с усложнением, воспринимать критично, не принимая быстрым образом что-то за образец, потому что где-то это сработало или об этом все говорят. Ну и помимо критичности, здесь, конечно, я 100% с Олегом Альбертовичем согласен, что при утрате вот этой вот качественной образованности, но если дальше народ будет читать так, как он читает теперь, нынешнее поколение, но это катастрофа, безусловно. В общем, если определяться с перспективами, то саморазвитие, именно индивидуальное саморазвитие, не ожидая чего-то от какой-то политической партии, неважно, демократ это, коммунист или еще кто-то, не от государства, вот в этом единственный вариант перспективы. Спасибо. Игорь Борисович Чубайс завершает нашу сегодняшнюю дискуссию. Да, хороший вопрос, конечно, попробую очень коротко. Я согласен с тем, что вообще один из самых главных, может быть, самый главный вопрос – это вопрос информирования, потому что люди ведут себя по-разному у нас, не потому что у них разный имущественный статус, у нас все обделены, всего лишены на самом деле, а просто потому что у них разная картина мира, разные видения. На одних воздействует телевидение, на других не воздействует. 15% вот как и старается Эрнст там со своими сотоварищами, а 15%, как они сами признают, показывают Левада, 15% населения, все это телевидение, извините, в гробу видало. Пропаганда не принимается, возникает стойкое противодействие пропаганде. Вообще, если говорить о нашем сознании, о сознании общества, то надо иметь в виду. Вот у нас часто говорят, там, 85% поддерживают, там, 75% рейтинг и так далее, и так далее. На самом деле мы не знаем, сколько поддерживает, мы не знаем, сколько рейтинг, потому что социологи, хотя этот самый забыл, как фамилия из Левада-центра, вот, они очень не любят признавать, что они изучают не общественное мнение, а эффективность пропаганды. Это разные вещи. Общественное мнение – это что-то устойчивое и независимое, а эффективность пропаганды – это реакция на телевидение. И в этом смысле пропаганда… Левинсон, наверное, да? Не-не, директор ну, этот... Ну, хорошо, понимаешь. Гудков, да. Вот, то есть они изучают эффективность пропаганды, а пропаганда – это вещь очень быстро меняющаяся. Понимаете, за неделю до расстрела господина Чаушеского рейтинг, или товарища Чаушеского рейтинг был выше 90%. А потом произошли какие-то изменения, и оказалось, что совсем, вот когда поняли, что к чему, оказалось, что совсем по-другому. Никто там особо не скорбит. Вопрос в том, как информировать общество, как пойти путь вот состязательности, соревнования разных точек зрения, как организовать гражданскую дискуссию. Но вот поляки шли по пути создания подпольного государства. Там это понятие очень знает каждый школьник, потому что даже во время немецкой оккупации существовала альтернативная литература, альтернативные газеты, альтернативные школы, альтернативная защита диссертаций, даже докторские диссертации, они умудрялись. Вот и я уже не говорю о том, что они создали армию Краеву, которая там воевала, и так далее, и так далее. Они вот таким путем. Как это мы будем делать?
Ну, прежде всего, надо начать с себя, надо не прогибаться, надо отставить свою позицию. Последнее, что я хочу сказать, что вот смотрите, насколько у нас все деформировано. Вот вы, Олег Альбертович, да, вы только что сказали совершенно правильно, что Достоевского изучали в советской школе. Но ведь смысл преступления и наказания кто-то тогда усвоил, ведь смысл преступления и наказания в том, что, как бы, я сейчас коротко, что есть два типа бандитов. Достоевский не пишет о бандите с улицы, который ограбил и пошел дальше, да, это требует наказания. А у него, Раскольников, бандит с идеологией. Он же говорит, тварь я земная или право имею. И Достоевский показывает, что убийца с идеологией такой же убийца, как убийца без идеологии. И пока Раскольников не пройдет раскаяние, не пройдет искупление, не пройдет наказание, он не может вернуться в человеческое общество. Это же предчувствие сталинщины. Ну разве об этом говорили в советской школе? То есть там все было изуродовано, все фальсифицировано, все искажено. Ты даже Достоевского читал, ничего не понял, что он имел в виду. И это продолжается и сегодня, потому что недавно, кстати, вы спросили, что я там на телевидении сказал. На телевидении, значит, еще есть у меня минута? Да, пожалуйста, пожалуйста. Да? На телевидении была дискуссия, как всегда, по Украине, и, значит, оппоненты говорили, вот Украина запретила фильм «Ирония судьбы». Это замечательный фильм, там, и так далее, и так далее. Во-первых, Украина не запретила этот фильм, это просто ложь. А во-вторых, я это сказал публично, и это имело резонанс. Дело в том, что реальный смысл фильма «Ирония судьбы» – это совершенно антисоветский кинофильм. Почему? Потому что в нем показано, как в условиях тотальной стандартизации одинаковые улицы, одинаковые замки, одинаковые дома, одинаковая мебель, все одинаковое, да? А люди, то есть среда государства стандартизировала весь советский народ как один человек. Вот начало идеологии, да? Либо осуждает, либо поддерживает. А люди-то в этой ситуации оказываются совершенно свободными. Причем то, что показал Рязанов, это вообще-то неправдоподобно. Так не бывает, чтобы мужчина то позвал женщину, то отказался, то вообще непонятно. Его поведение абсолютно непредсказуемо главного героя. Но смысл, и никто не сказал, что это глупость, да? Потому что всем было приятно осознать, что человек свободен. Вот тебе навязывают правила, а ты свободен, а ты делаешь то, что ты хочешь. Это, конечно, совершенно антисоветский кинофильм. Но трактовки нет, у нас вообще отсутствует целый слой как бы рефлексии. У нас есть литература, у нас есть фильмы, у нас есть спектакли, а смысл не выявлен. Когда мы начинаем выявлять смысл, мне по этому поводу есть целая работа, то там очень много открывается. И поэтому изоповский язык советских времен, отчасти нынешних, он на самом деле очень содержателен, очень интересен. Спасибо. Я думаю, вот пилотная встреча здесь, в Академгородке, нашего дискуссионного клуба прошла вполне содержательно. Если будет запрос на вот эту площадку, мы с удовольствием, я, Аркадий Янковский, мои партнеры, у нас на целый год, на этот год есть определенные планы, мы с удовольствием здесь будем проводить такие встречи. В Фейсбуке есть... Секунду, да. Здесь, значит, люди, которые, наверное, пользуются Фейсбуком. Я, Аркадий Янковский, в Фейсбуке. У нас закрытая группа есть для сочувствующих соратников, тех, кто так или иначе готов обсуждать этот проект, как его развивать. Есть масса идей. Я буду благодарен, если вы выйдете на меня в сети и... А мы обменяемся. Еще раз спасибо всем участникам, прежде всего нашему гостю. Мы желаем успехов дискуссионному клубу «Россия», который возглавляет Игорь Сюбас. И до новых встреч. Да, значит, книги подпишут за лучшие вопросы, но усмотрение автора, мне кажется, вот я бы физику бы подписал, да, если бы... Три разные книги. Своему коллеге. Вот молодой человек. Когда я выступал, слушали, но книгами не заинтересовались, если заинтересуются, я Сергея, да? Потом история самолетостроения, космическая эпоха, история создания радио. Вопрос о идентичности. Это, по-моему, реплика Теплякова, а не Чубайса. Вспомни.
сформировал. Ну, он сказал.